Здание столовой на территории войсковой части на 75-244. Альтерслагерь. 21 июня. Июля 2020 года. Состояние здания плачевное. Извините. Зайти в него невозможно, поскольку все обрушилось. Можно войти, но ничего там не увидим. Поближе подошли. А за спиной сразу жилой дом. Сейчас мы посмотрим. Вот он. Мы бывали неоднократно в нем. У нас есть фото, видео. Вот площадка напротив дома. Вправо. Видимо, была игровая площадка или же место отдыха здесь. Но здесь вот асфальтированная территория, плац небольшой. Здание столовой. Я ранее считал, что это здание столовой офицерского состава. Меня поправили. Нет. Не только. Упала крыша у здания полностью. Вон там вход в кустах. Солнце скрылось. Времени 11:30. Да, вот примерно. Не примерно, точно. Не знаю, видно будет, не видно. Циферблат неудачный для показа. Пока солнце светит, тепло, очень тепло. Солнышко уходит, прохладно. Градусов, наверное, 17 сейчас в это время. Вот заросли. Это акация так выросла. Недавно была расчищена территория с этой стороны. Зарастает быстро. Вот сюда. Как бы нам войти? Давай все-таки войдем. Попробуем выйти. Солнце вышло. А как бы нам тут пролезть? А вот тут мы пройдем. Да. Вот вход. Здание столовой. Я не был предварительно в здании. Фото не делал. Сейчас мы зайдем. Сюрприз будет. Если возможность будет, мы пройдем дальше. Не будет. Развернемся. Вон там уже зал приема пищи. Мы пока здесь у входа. Вот тут закрывашка, открывашка. Нет, не действует. Здесь начинается уже кафельная отделка. Вот кафель пошел. Наверное, здесь умывальник был. Так, по идее. Какие-то цветочки тут растут.
прошли мы сюда. Вот зашли в зал приема пищи. Быть может, я ошибаюсь. Солнце скрылось. Тут даже деревца выросли. Вот здесь подпорка была, видимо. Уже давно крыша начала ломаться. А может быть, так было задумано. Почему тут стоит целая, там он балка поперечина металлическая. Хорошо виден ветрогенератор. Да, посмотрели. Вот здесь в углу стулья, пару столов. Я помню по прошлым посещениям давно заглядывали тексты какие-нибудь. Обычно что-то написано, но это к нам не имеет отношения. Никакой ни взвод, ни порядковый номер. Не помню. А вот что-то есть. Инвентарный номер, номер 9, 106, там что-то там, 87, 1 ТБ. Ну не может же быть танковый батальон. Вот еще один стул. Нет, тут ничего нет. Нет. Ну, не будем смотреть дальше. Нам бы выйти теперь отсюда. Здесь мы заходили, тут будем выходить. Вон там выход. Слева. Цветочки. Скоро не будет, что показать на территории. Вот закрывашка. Открывашка. А вот запор какой был. Тоже с ржавел. Ну, его пошевелить, смазать будет работать. Вышли из помещения. Нам бы теперь из кустов выйти. Колючие такие. Кустарник. Мы же здесь побывали. В столовой. А вот тут мы выйдем. На полусогнутых. Да. Все, вышли. Посмотрели мы сегодня здание столовой. На территории войсковой части 75-244 Алтыслагер. А сегодня это 21 июля 2020 года. До свидания.